שבת שלום לכולם. שים שבת שלום. אלוהים מלמד אותנו איפה ששניים או שלושה נתאספו בשבילו, אז הוא יהיה בקרבנו. Бог учит нас, что там, где двое или трое собираются из-за Него, Он будет с нами. אז אם אנחנו מאמינים למה שכתוב, אז הוא עכשיו בינינו. Если мы верим тому, что написано, Бог присутствует с нами. ולא צריך להתרגש שאין פה היום יותר מדי אנשים. И не нужно волноваться, много людей сегодня нет. אני מאמין ש... בכל זמן נתון, בכל מקום, יש את אותם אנשים שצריכים להיות. Я верю, что в каждом месте есть те люди, которые должны там быть. אז מי שלא צריך להיות פה, זה לא פה היום. Поэтому того, кого не должно было быть здесь, его здесь и нет. וגם ההפך, מי שצריך להיות, אז הוא כן. И те, которые, наоборот, те, которые должны быть здесь, они здесь присутствуют. אז באמת אין ממה להתרגש. Поэтому не нужно волноваться. הכל בסדר. Все в порядке. טוב, אז אנחנו נזמין את אלוהים, אנחנו נתפלל קצת. Мы пригласим Бога, мы помолимся. Для того, чтобы Бог открыл нам голову и мы приняли то, что Он нам хочет сказать. Отец, мы просим Твоего благословения. Мы пришли в Твой дом. Для того, чтобы сидеть у Твоих ног. Для того, чтобы улучшаться и учиться от Тебя. Для того, чтобы благословить Тебя. И для того, чтобы отдыхать с Тобой вместе. מודים לך על השבת, המתנה הגדולה הזאת. благодарим тебя за прекрасный подарок שבת. אנחנו מברכים אותך ותעזור לנו לשמוע את השבת כמו שאתה רוצה מאיתנו. Мы благословляем тебя и помоги нам соблюдать שבת так, как ты хочешь, чтобы мы это делали. תברך את הזמן הזה שלנו, שאנחנו נלמד ביחד. благослови это время, чтобы мы вместе могли научиться. וגם נהנה מזה. И для того, чтобы мы могли получить это удовольствие. השם ישוע משיח. во имя Ишуа Машех нашего Господа. Амин. אז אנחנו עברנו לספר דברים. Мы перешли к книге Второзакония. ואנחנו נקרא מפרק ראשון, נתמקד גם בפרק הראשון. Мы сегодня будем учить из книги, из первой главы, мы прочитаем из первой главы немного. אני אקרא חלק ממש קצר מפרק הראשון, פסוק 1-8. Я прочитаю с Второзакония, первая глава, с 1 по 8 стих. Вот слова, с которыми Моисей обратился ко всему народу Израиля. Это было за Иорданом, в пустыне, в Араве, близ Суфа, между Параном, Туфелом, Лаваном, Хацеротом и Ди-Захавом. От Харива до Кадеш, Барне, если... На 40-й год, в первый день 11-го месяца, Моисей возвестил сынам Израилевым все, что Господь повелел возвестить им. Это было после победы над Сихоном, царем Аморейским, который правил в Хешбоне, и Огом, царем Башана, который правил в Ашароте и Дрее. И за Иорданом в Мааве Моисей стал подробно излагать закон. Он сказал: «Господь наш Бог сказал на Хариве, хватит вам оставаться у этой горы, отправляйтесь в путь, идите в горы, где живут Амореи, в земле их соседей, в Араву, в горы Шефелу, до Негев, на побережье, в страну Хананеев, в Ливан, до великой реки Киев-Фрат. Всю эту землю я отдаю вам. Идите и овладейте страну, которую Господь поклялся отдать вашим прародителям, Аврааму, Исааку, Иакову и их потомкам». יפה, אז עם ישראל מגיע ממש לגבולות של הארץ. народ израильский подходит к границам этой земли. בפעם שנייה. уже второй раз. לפני 40 שנה כבר היה להם קטע כזה. они были на этом месте уже 40 лет назад. הם עשו סיבוב של 40 שנה. они сделали такой круг 40-летний. ומשה אוסף אותם עוד פעם ביחד. и Моисей собирает их еще раз вместе. כי יש לו כמה דברים להגיד. потому что у него есть несколько вещей, которые он должен сказать им. אז קודם כל משה יודע שהוא לא הולך לעבור את הגבול, הוא הולך לעבור И Моисей понимает, что он не перейдет через границу, он поднимется на гору и он там умрет. דבר שני, מי שעומד לפני משה כרגע זה כבר דור חדש, מישהו שלא היה לפני 40 שנה. И тот, кто стоит перед Моше, это уже новое поколение, поколение людей, которых не было 40 лет тому назад. והשיחה קורית באווירה מאוד מיוחדת. И разговор проходит в очень интересной атмосфере. וזה בגלל כמה דברים. И это из-за нескольких вещей. הם עוד פעם עומדים לפני הגבול, מה שהם עמדו לפני 40 שנה, לא רחוק מהמקום הראשון. они опять-таки стоят у границы, недалеко от того места, где они стояли 40 лет назад. לפני 40 שנה, מהנקודה הזאת הם שלחו את המרגלים. с этого места, где они стоят сейчас, 40 лет тому назад они послали соглядатаев. וממש לפני לא הרבה זמן, הם ניצחו שני מלאכים גדולים, סיחן ואוג. И некоторое время назад они победили очень больших царей Сихона и Ога. И сейчас они собираются зайти в обетованную землю и исполнить то, что Бог повелел им.
ומצאתי הרבה מאוד דברים שאפשר ללמוד בפרק הזה. Я нашел очень много вещей, которым мы можем научиться из этой главы. אז אני רוצה שנתמקם בשיחה הזאת שמשה דיבר אל העם ונלמד את הדברים בשבילנו בשביל הזמן הזה. Я хочу для того, чтобы мы научились того, что Моисей говорил народу и приняли для себя кое-что. אז משה קודם כל עושה דבר מאוד חשוב שהוא כל הזמן מדבר עליו, זה ללמד את הדור החדש. И то, что делает Моисей, очень важную вещь, он постоянно учит новое поколение. Новое поколение не слышали и не переживали те вещи, которые испытали их отцы. И как обещал Господь, что только новое поколение зайдет, и старого поколения зайдут только Халев и Иисус Навин. И как мы говорим, עם שלא יודע את עברו, גם עתידו עטור בערפל. И как говорится, что народ, который не знает своего прошлого, и будущее его будет туманным. זה אגב למה אנחנו שורדים ליד-ליד כמו כאומה, כאומה יהודית. И это почему, потому мы немножечко исходим на нет, как еврейская нация. כי להרבה עמים אין את זה, לא כל כך מעניין את המעבר שלהם. Потому что многих народов их прошлое не сильно интересует. אז מאוד חשוב שהצאצאים שלנו ידעו את העבר. Очень важно, чтобы наши молодые знали прошлое. כי זה משפיע ישירות על העתיד. Потому что прошлое имеет прямое влияние на будущее. ובפסוק 6, в шестом стихе, כתוב, אדוני אלוהינו דיבר אלינו בחורב, לומר, רב לכם שבט בהר הזה. פנו וסעו לכם ובואו ההר העמורי אל כל שכניו בערבה, בהר, ובשפלה, ובנגב, ובחוף הים, וכו'. Господь говорил нам, и Господь наш Бог сказал нам на Хариве, хватит вам оставаться у этой горы. Бог говорит, перестаньте уже сидеть на этом месте. Вы сидите в определенном месте, там, наверное, очень удобно сидеть. Но вы теряете время, это вас никуда не приводит. יש לי תוכניות, יש לי עתיד בשבילכם, אתם משום בזבזים לי את הזמן. У меня есть планы, у меня есть для вас будущее, а вы сидите и теряете время. אז בבקשה לקום וללכת לעשות מעשה. Поэтому вставайте и уже давайте заниматься делами. ואז עם ישראל קם באותו זמן. Тогда народ Израиль встал в это время. שלחת מרגלים. Послал соглядатаев. והתיישב. И сел обратно. לא קרה יותר מדי. Ничего большого не произошло. מרגלים, אנחנו כבר מכירים את הסיפור של המרגלים. Мы знаем рассказ соглядатаев, как они вернулись, что рассказали. ועכשיו משה מסביר בפרק שלנו שבגלל המרגלים ששלחנו, שאדוני לא אמר לשלוח מרגלים. И здесь Бог, Моисей напоминает, что Бог не заповедовал послать соглядатаев. אז בגלל המרגלים אנחנו טיילנו עכשיו 40 שנה. И что из-за того, что мы по своей инициативе мы сами послали соглядатаев, мы из-за этого гуляли по пустыне 40 лет. המרגלים באמת שברו את הרוח של העם. Потому что соглядаты, они сломали дух народа. ואלוהים אמר, על כל יום שמרגלים היו בארץ, אתם תעשו סיבוב שנה. И Бог сказал, за каждый день, когда соглядаты были в этой земле, вы будете ходить целый один год. אז הם טיילו 40 שנה. Поэтому за 40 дней они ходили 40 лет. הוא מזכיר להם עוד דבר שממש לפני כמה זמן אנחנו ניצחנו את מלך סיחן ואת אוג. И он напоминает еще кое о чем, что совсем недавно мы одержали победу над царем Сихонским и Ог. אז כשהגענו לגבול של הארץ לפני 40 שנה, זה בדיוק מה שאלוהים רצה לעשות כבר אז. И когда 40 лет назад мы пришли к этой к этой границе, это то, что Бог хотел сделать в то время. אז כבר ביד הגדולה של אלוהים ניצחנו את שני המלאכים הגדולים האלה, זהו מלאכים באמת גדולים. Божьей рукой мы победили этих великих царей, это были действительно великие цари. הוא מנסה להדגיש שיכולנו לעשות זה כבר אז, לפני 40 שנה. И Моисей пытается дать понять народу, что это мы могли бы сделать 40 лет назад. אז בזבזנו זמן יקר מאוד. Что мы, в принципе, потратили очень дорогое время. החטא שעשינו הוביל למוות. За тот грех, который мы сделали, который принес нам смерть. וגם ריחוק מאלוהים, כי אלוהים מתרחק באותו זמן. И также отдалил нас от Господа в это время. כי אלוהים לא יכול להתהלך במשהו שהוא טמא. Потому что Бог не может обитать в грязном месте. אנחנו נעבור לפסוקים 28-33. Мы сейчас перейдем к 28-33 стихи. Я почитаю.
Куда мы идем, рассказы наших братьев, и слушать страшно. Они говорят, что там живут люди, которых больше и выше ростом, чем мы. Говорят, что там большие укрепленные города, высотой до небес. Они говорят, что видели там анакимов. Я сказал вам, не пугайтесь, не бойтесь. Господь наш Бог идет впереди, и Он сам будет сражаться за вас. Так было в Египте у вас на глазах. И в пустыне вы сами это видели. Господь ваш Бог вас нес, будто человек, несущий своего сына. Так было все время, пока вы шли сюда. И после всего этого вы не верите Господу вашему Богу. А ведь Он шел впереди вас, выбирая вам место для стоянок. Ночью шел в виде огня, чтобы показывать вам правильную дорогу, а днем шел в виде облака. Народ все время жаловался, а Моисей пытался его ободрить. Он говорит, помните, как Бог вел вас до сегодняшнего времени. В пасук 31 он говорит, что Элохим носит этот ам, как аба, что носит этот ребенок. В 31 стихе написано, что Бог заботился о своем народе, как отец заботится о своих детях. Когда отец берет ребенка на свои руки, у него есть вся любовь и вся защита, которая требуется ребенку. Это самый лучший пример, который может показать Бог. Иногда, когда ты берешь ребенка на руки, ребенок не хочет оставаться на руках, пытается спрыгнуть и побежать. И это, в принципе, то, что сделал народ Израиля. Это похоже на то, как мы любим поступать. Из 33 стиха я хочу, чтобы научились двум вещам. Я еще раз прочитаю его. А ведь он шел впереди вас, выбирая вам место для стоянок, ночью шел в виде огня, чтобы показывать вам правильную дорогу, а днем шел в виде облака. Все мы знаем огненный столб и облачный столб. Моше говорит, что Адонай алях лефанехем вехипес лехем маком тов леханая. Моше говорит, Бог пошел перед вами и искал вам, в принципе, стоянку. Аз кшеем шалху это мараглим лифней 40 шана. Когда они послали саглядатаев 40 лет назад, המטרה, כאילו, הייתה, שהם יבחרו את הדרך הטובה ומקום טוב לחניה. То, в принципе, что было, какая была цель, чтобы саглядатаи выбрали самую лучшую дорогу и самое лучшее место, где остановиться. אז מהפרק הזה אפשר להבין שבכלל לא היה צורך במרגלים. И здесь, в этой главе, мы видим, что, в принципе, не нужны были никакие саглядатаи. Потому что саглядатаи пытались выполнить работу Бога. Бог тот, кто шел перед ними. И он знает место, самое лучшее место для остановки, лучше всех на свете. В это время просто нужно было идти за ним. Мы не знаем, что будет. Но то, что Бог ждет от нас, это сделать шаг веры. И это и есть вера, когда ты веришь в то, чего ты не видишь. Второе, что очень интересно, что Бог был как кондиционер. Если вы знаете, в пустыне очень жарко. וכשומד לפניך עמוד ענן ענק. И когда перед тобой стоит огромный облачный стол. ובתוך ענן יש מים. Обычно в облаке есть вода. אז הוא מספק לך לחות טובה. Поэтому облако обеспечивает хорошее увлажнение. וגם צל. И также дает тень. אין במדבר צל. В пустыне нет тени. אז רק מזגן. И это был отличный мозга, отличный кондиционер. ואם זה היה בלילה, מישהו מכיר, אז במדבר מאוד מאוד קר בלילה. И если кто-то знает, ночью в пустыне очень холодно. וזה לא חשוב אם זה קיץ או חורף. И неважно, зима это или лето. וכשיש לידכם עמוד אש. А когда перед вами огненный столб. אז זה כמו מדורה. То для вас это как костер. ודבר נוסף, שעמוד האש עשה מאוד מאוד חשוב. И что еще очень важно, что делал огненный столб. הוא מהיר למרחק. Он освещал дальние... намного вперед. Как что я хочу рот это саканот, чем иткарвот. Так, чтобы можно было видеть те опасности, которые приближаются. Рак плюсы есть, что это Олег Эмилуим. Есть только плюсы, когда ты идешь вместе с Господом. Да, гам я хочу льет ба аклим шело. Ты можешь быть... Его аклим.
Ты можешь быть в его климате. И также он предупреждает тебя об опасностях. И я очень сомневаюсь, что враг, который увидит огненный столб, может приблизиться. Мы переходим к 34 стиху. «Услышал Господь ваши слова и разгневался. Он поклялся, никто из этого негодного поколения не увидит прекрасную страну, которую я поклялся дать отцам вашим». Okay. Здесь мы можем научиться, что недостаток верности приносит гнев Господа. Хосер эмуна, хосер нейманут, мави зам. Недостаток веры, недостаток доверия Богу приводит его гнев. Мави онеш. Приносит нам наказание. Мави машу шуло кидай. И наказание Господа не стоит получать. ואנחנו נמשיך לפסוק 36. Мы перейдем к 36 стиху. פסוק 36. 36 стих. Никто, кроме Калева, сына Иефуне, он увидит. Он был верен Господу, и за это я дам ему и его потомкам землю, по которой он ступал. Аз Элохим Марено Давано Савпо. Бог показывает нам еще дополнительную вещь. Как недостаток доверия может принести гнев Господа, то также Бог никогда не забывает людей, которые были верными ему. Он всегда благословит их. Даже если все ваше окружение слабое и грешное, а ты держишься только для того, чтобы угодить Господу, Бог никогда не забудет этого. Он не забыл Халифа, он не забыл Иисуса Навина. Есть еще очень многие рассказы, такие как рассказы о Лоте и других людях. И мы можем научиться тому, что действительно это стоит и очень полагается награждение тому, кто верен ему. Потому что Бог благословляет тебя и благословляет твоим потомкам за твою верность. Верность и вера влияют в лучшую сторону на грядущие поколения. И верность и вера могут спасти целые поколения. И то же самое происходит в обратную сторону. Когда ты не верен, ты можешь навредить ведущему поколению. Мы должны понять, что есть награда за все, что мы делаем. Что я беру для себя из этого урока? У Бога всегда есть план. И всегда есть ему что добавить. И Писание учит, что невозможно познать Бога до конца. Не важно, сколько лет мы живем, 20, 30, 100 лет, невозможно познать Бога до конца. Быть верующим — это очень волнующая вещь. И также очень интересно. Тот, кто думает, что вера это скучно, тогда у этого человека нет никаких взаимоотношений с Богом. Ты не можешь назвать скучное нечто великое и сверхъестественное. И у Бога всегда есть что-то вдобавок. И Писание нас вдохновляет для того, чтобы мы искали это добавочное. Не важно, сколько тебе лет, 12, 25 или 72. Всегда есть что-то вдобавок. И это уже не скучно. גם это בחור בפנסיה. Даже человек пожилой на пенсии. Элоим רוצה לעשות איתך כל כך הרבה דברים טובים. Бог хочет с тобой сделать столько много хороших вещей. אין פנסיה במלכות שמיים. В царстве небесном нет пенсии. אנחנו צריכים להבין את זה. Мы должны это понять. וכשאנחנו
צעירים יותר. Когда мы более молодые. Он хочет сделать הרבה דברים ולהכין אותנו לשלבים הבאים. Бог хочет с нами проделать больше и подготовить нас к будущим уровням. תמיד הוא רוצה לעשות משהו. Всегда он хочет с нами что-то делать. אני אעבור לספר פיליפים. Я хочу перейти к книге Филиппийцам. פרק 3. Третья глава. 12-6. С 12 по 16 стихи. Дай нам зман лифтуа. Можете открыть. טוב, אני אקרא. יא, פשוט. פרק 3, פסוק 12 עד 16. פיליפיצם 3, с 16, с 12 по 16. 12 עד 16? Это не значит, что я уже этой цели достиг совершенства. Я только рвусь вперед завладеть призом, потому что Машиах еще мной завладел. Братья, я не считаю, что уже победил. Одно скажу, забывая о том, что остается позади, и весь устремляюсь к тому, что впереди. Я стрелой лечу к цели за призом. А приз этот – новая жизнь, которую призвал нас Бог через Машиаха Иешуа. Значит, те из нас, кто достиг духовной зрелости, должны мыслить и чувствовать так. А если вы в чем-то не сходитесь с нами, Господь вам откроет и это. В любом случае, давайте продвигаться вперед, следуя тому, чего мы уже достигли. Окей, Шауль меламед утану гамкин кама дварим. Павел также учит нас нескольким вещам. Шель шейфа кадима. Для того, чтобы мы стремились вперед. Они хочешь вешну кца дварим лимо дачено нагели фахот для рама шель Шауль. Я думаю, что у нас есть чему поучиться до того, как мы дойдем до уровня Павла. Бахур бая мод меламед. И очень образованный человек. Я да ищет от Иешуа, кэрвит галут. Он знал лично Иешуа, потому что Иешуа дал ему откровение. Вэм кользэ умар зэ ломаспик. И со всем этим он говорит, что ему недостаточно. Умар еш од. Он говорит, есть к чему стремиться. Умар ани роце од. Он говорит, я хочу большего. А за ни шоэф. Поэтому я стремлюсь. Ваза ни кабэл од. И тогда я получаю еще больше. Зэ схема мод пшута. И здесь схема очень простая. Мод хашу. לשים את הדברים שיהיו בעבר, במקום שזה נועד לו, העבר. Очень важно все прошлое оставить в прошлом. כי העבר יכול לעצור אותנו להרבה זמן. Потому что прошлое может остановить нас на долгое время. כי אנשים משפשים בעבר שלהם, הם נתקעים באמונה. Потому что люди, которые постоянно копаются в прошлом, они останавливаются в вере. זה גם הכלי מאוד קל של השטן, לתקוע אנשים בעבר. Это также один из инструментов, который использует дьявол, оставить людей в прошлом. בפסוק 15-16 אנחנו יכולים לראות שהתגלות של אלוהים בבן אדם זה אישי. В 15-16 стихах мы видим, что откровение, которое Бог дает человеку, оно личное. Мы не можем сравнить наше духовное положение ни с тем, что право или влево. אני יכול להשוות את המצב הרוחני שלי עם עצמי ומה שהייתי אתמול. Я могу сравнить свое сегодняшнее духовное положение с тем, что я был вчера. ומה שאני רוצה להיות מחר. И тем, кем я хочу быть завтра. כל המסביב לא מעניין אותי. Все, что происходит вокруг меня, меня не интересует. זה מה שכתובים מלמדים אותנו. Это то, чему учат нас Писание. שאתה צריך לחיות על פי מה שאלוהים כבר פתח לך. Что нужно жить потому, что Бог уже открыл тебе. מה שמעבר לזה אלוהים יפתח עוד. А что более того Бог еще откроет. זה מה שכתוב. Это то, что написано. ואם אנחנו שופטים מישהו שהוא לא כמונו, באמונה, если мы судим кого-то, кто не верит так, как мы, אז יש לנו בעיה. То у нас есть проблема. כי אלוהים יכול להיות פתח לו משהו אחר כרגע. Потому что, может быть, Бог открыл ему что-то другое в это время. לפי השלב ההתפתחותי שלו. На том уровне развития, на котором он находится. אז אני שוב מדגיש, יש לאן לשאוף תמיד. Я хочу сказать и подчеркнуть, что нам есть куда стремиться всегда. אז דבר שני שלמדנו שאלוהים באמת נושא אותנו כילדים, גם היום. И второе, что мы научили, что Бог носит нас на руках, как детей сегодня тоже. ילדים לא תמיד מבינים מה אבא עכשיו לוקח אותי לידיים, מה הוא רוצה. Дети не всегда понимают, почему папа меня сейчас берет на руки, что он от меня хочет. אז הם מתנערים, מנסים לצאת. И они пытаются вывернуться и выйти, потому что им неудобно. אבל אבא רק מנסה לעשות אהבה והגנה הדרושה שילד צריך לקבל. Но отец пытается только показать свою любовь и защиту, в которой сейчас нуждается ребенок. אנחנו צריכים להפסיק עם התנועות האלה, לצאת מהידיים שלנו. Нам нужно прекратить эти движения для того, чтобы выйти из рук Бога. גם אם נציית אחרי אדון, הוא מוכן להיות הכל בשבילנו.
И тот, кто будет идти за Господом, то Бог для него будет всем. И ему царих уйя бишвилену гам мазган. И он будет для нас и кондиционером. Им анаху наарих эт зе. Если мы будем ценить это. Бекодеш кодашим бе бет амигдаш Элохим нихнас летох куфса. В святом святых в храме Бог, можно сказать, зашел в коробку. Бекодеш кодашим. В святая святых. Зе клюм бишвило, ма зе бишвило. Для него это ничего, что это? Авал омар, ани ие шам. Но он сказал, что я буду там. Бишвило аргиш отхим каров. Для того, чтобы быть к вам близко. Умухан ласот амон. Он согласен на многое. Анахну авим ласот минимум. А мы любим делать только минимум. Гам ломанну шеш гмуль ве браха ле дурот шолхим ахарав. И мы сказали, что есть воздаяние и награда тем поколениям, которые будут после нас. וגם למדנו כשאנחנו כמאמינים לא מאמינים באלוהים שלנו. И когда мы верующие не верим в нашего Господа. זה דרגה מאוד גבוהה של זלזול. Это очень большой уровень пренебрежения. אם אתה רוצה ללכת קדימה, אבל אתה רוצה לראות ולגעת בדברים. Если ты хочешь идти вперед, хочешь прикоснуться к каким-то вещам. אז זה נוגד כל דבר שהוא קשור לאמונה. То это связано со всем, что связано с твоей верой. אלוהים אוהב ניסים, אוהב לתת על טבעי. Бог любит чудеса, Бог любит давать их естественным образом. זה גם התוכנית שלו. И это его план. לסיכום אני אקרא מספר איכה. В конце я прочитаю с книги Плач Иеремии. פרק 3. Третья глава. 22-23. Стихи 22-23. Милости Господня, милость Господня не иссякла, милосердие Его не истощилось. Каждое утро оно вновь восходит. Велика Твоя правда. А за посук шалану мелемет, что хесед Элохим митхадеш кол бокер. Здесь отрывок Писания учит, что Божья милость возобновляется каждое утро. А хесед шело, за машу на голову хам лавин. Его благодать это что-то, что мы не можем понять. Вшали таргем это, кмо כל בוקר הוא נותן לנו צ'אנס חדש. Можно перевести, как каждое утро Бог дает нам новый шанс. Он дает нам משהו שאנחנו צריכים לנצל אותו. Он дает нам что-то, что мы можем использовать. אנחנו יכולים לשים את זה בצד עד לבוקר הבא. Мы можем отложить это до следующего утра. אלא להחליט שאנחנו לוקחים את הצ'אנס הזה וחיים אחרת. Или мы можем решить, что мы берем этот шанс и мы меняем нашу жизнь. כתוב פה כל בוקר. Написано каждое утро. אבל אנחנו לא יכולים להגיד שמחר אני אעשה את זה. Но мы не можем говорить себе, раз каждое утро, то я завтра этим займусь. Потому что однажды утром может быть слишком поздно. У Бога есть на небесах свой календарь. ואנחנו נכון מחכים לביאת המשיח. И конечно мы ждем пришествия Машеха. אבל אם אנחנו פותחים את החדשות אנחנו מבינים שלא כולם יגידו עד אז. Но если мы открываем, если мы включаем телевизор и смотрим новости, мы понимаем, что не все могут дождаться прихода Машеха. חיילים בני 18 שמתים. Есть солдаты 18-летние, которые гибнут. סבתות ששרדו שואה דורסות המוטובוס. Есть бабушки, которые пережили катастрофу, они что в автобусе? Их задавило автобусом. לא כולם יגיעו לביאת המשיח. Не все дождутся прихода Машеха. ביאת המשיח שלך זה אותו יום שאתה פוגש אותו פנים אל פנים. Пришествие Машеха для тебя это тот день, когда ты встретишься с ним лицом к лицу. וזה יכול להיות בוקר אחד יותר מדי מאוחר. И может быть однажды утром слишком поздно. מתי זה בוקר שקמת ואמרת מחר. И это может быть то утро, когда ты подумал завтра я это сделаю. וזה לא עניין של להפחיד פה מישהו. И я не собираюсь никого здесь пугать. אני ממש רוצה להודד את כולנו, ואני רוצה להתודד ראשון ממה שכתוב. Я хочу просто воодушевить всех, и я в первую очередь воодушевляю себя самого. כשאתה אומר בוקר טוב אלוהים, когда ты говоришь доброе утро, Господь, אתה צריך להבין שהחסד מתחדש. Ты должен понимать, что благодать обновляется. ואתה צריך להחליט שאתה מנצל את זה היום. И ты должен решить, что ты используешь эту благодать сегодня. זה פרק די קצר, אבל יש בו המון. Это небольшая глава, но здесь есть очень много. וזהו. И это то, что я хотела вам сказать.